Так, кто против? Единогласно. Ну что ж, товарищи, считаю, мы с вами неплохо поработали. Проект нового союзного договора согласован и одобрен всеми руководителями республик. Вот так. Все. Встречаемся с вами 20 августа на подписании. Поздравляю. Борис Николаевич, задержись. Борис, как ты насчет дружеского ужина, за? Я за. Тем более, что есть очень важный разговор. Все, договорились. Борис, передай горчичку. Ты хотел поговорить, давай. И я, и Нурсултан Абишевич. Давайте, давайте. Я вас слушаю. Михаил Сергеевич, вы же понимаете, что для нового союзного договора нужны новые люди. Так. Ну и что ты этим хочешь сказать, Борис? Михаил Сергеевич, может, лучше на балконе? Прекрати, Борис. Зачем? Мне кажется, нас тут могут подслушать. Кого? Меня? Подслушать? Да брось ты. Крючков не посмей. Михаил Сергеевич, береженого Бог бережет. Ну, Борис. Хорошо, давайте на балконе. Ну, что там у тебя, Борис? Говори. Новому договору нужны новые лица. Необходимо как можно скорее сменить все руководство страны. Язов, Крючков, Павлов, Пуга, Янаев. Без этого не может быть доверия. Погодите, погодите. Не горячитесь. Ну, нельзя же вот так сразу всех взять, понимаете, и убрать. Заботенность вашу понимаю. Насчет Крючкова я и сам думал. Михаил Сергеевич, дело очень серьезное. Здесь полумерами не обойтись. Хорошо. Ну а что конкретно ты предлагаешь? Менять всех и сразу. Вот так, всех и сразу. Всех? Ну, кроме вас, конечно. Ясно, что другого кандидата на пост президента будущего союза у нас нет и быть не может. Ну и на том спасибо. А я уж думал, всех, понимаете, это всех. Предлагаю на пост премьер-министра будущего союза Нурсултана Абишевича Назарбаева. Нурсултан Абишевич, отличная кандидатура, я не возражаю. Михаил Сергеевич, а как насчет остальных? А вот тут, Борис, надо думать. Михаил Сергеевич, решать нужно сегодня, сейчас. Завтра будет поздно. Кто поверит в новый союз, если председателем КГБ останется Крючков? Ведь события в Литве на его совести. А Язов? Подумайте сами, кто захочет войти в союз, где министром обороны останется Язов и его старики-генералы, которые ничего не хотят менять? Или взять, к примеру, Павлова. Народ никогда не простит ему его идиотской денежной реформы. А Янаев? Какой из него вице-президент? Тряпка, а не мужик. Ладно, убедили. Будем убирать. Давайте так. Я в Форосе все как следует обмозгую. 20 августа подпишем союзный договор и обсудим новые кандидатуры на эти посты. Как вы на это смотрите? Ну что, я полагаю, никто не сомневается в подлинности этой пленки. Когда это было записано? Сегодня у нас 18 августа. 3 недели назад. 3 недели? Что же вы об этом нам раньше не сказали? Вчера, когда мы собирались у вас на Ленинском. Вчера мы собирались с расширенным составом. Сегодня только узкий круг, кого вот эта запись касается напрямую. А вы всех подслушиваете? Дмитрий Тимофеевич, если вам нечего скрывать, вам нечего бояться. Итак, Геннадий Иванович.
выполнять обязанности вместо Горбачева я не готов. Ни морально, ни по своей квалификации. Чего вы боитесь? Предательства. А вы же сами слышали запись. Разве это не Горбачев вас предал? Вас и всех, кто вот сидит за этим столом. Горбачев предал. Послушай, Геннадий Иванович, мы 100 раз обо всем договаривались. Ты вроде был согласен. Вам легко говорить, а я кладу голову на плаху. Ну, во-первых, не на плаху, а на Конституцию СССР, где в 127-й статье черным по белому. Где? Где справка о болезни Горбачева? Где она? Вот покажите мне эту справку, и я сразу подпишу этот чертов указ. Покажите. Геннадий Иванович, будет справка. Обязательно будет справка. Для полного обследования здоровья Горбачева нужно время, а у нас его нет. Геннадий Иванович, вы должны подписать указ о вступлении в обязанности президента и сделать это немедленно. Без справки я ничего подписывать не буду. Да что же это такое? Ну, мужики мы или нет? Русские мы или нет? Или мы только о своей шкуре печемся? Это до чего дошло? Я боевой генерал, маршал. Стыжусь свою форму надевать. Почему это? Потому что мне стыдно. Стыдно быть маршалом великой русской армии, которая сегодня разута, раздета, унижена и оплевана. И сегодня стоит на коленях. И кто ее поставил на колени? Хитрый, сильный враг? Нет. Собственный президент. Вот кто! Варшавский договор просрали. Афганистан просрали. Дмитрий Тимофеевич. Да просрали! А теперь из Германии бежим. В припрыжку. Как нашкодившие школьники. Это мы. Русские солдаты. И откуда? Из Германии, где каждый клочок земли русской кровью палит. Мне тут в одной части показали банку тушенки немецкой. Гуманитарная помощь. Так вот в этой банке вместо тушенки толстый бычий хер. С яйцами. И записка. Победителям от побежденных. Мне, Геннадий Иванович, сводку показывали. В Рязани. Чтобы купить кусок детского мыла, надо предъявить свидетельство о рождении ребенка. И чтобы ребенку было не больше 14 лет. Как будто после 15 мыло уже не требуется. Слушайте, слушайте, хватит на меня давить, а? Я что, на Марсе живу? Я все это знаю прекрасно. Значит, Владимир Александрович, я хочу знать, что сказал Горбачев конкретно из первых рук? Узнаем, узнаем, но время... Ну, наконец-то! Где вас носит? Колесо пробило. Прямо напротив матросской тишины. Представляете? Говорят, плохая примета. Что, Горбачев сразу принял? Не сразу. Целый час у себя наверху просидел. Видно, с Раиской шушукались. Пока мы уже сами не зашли в его кабинет, дескать, Михаил Сергеевич, пора вам отставку или поболеть временно. А когда все успокоится... Тогда вы снова на коне. Что он ответил? Выгнал. Назвал нас чудаками на букву «М» и выгнал. Никаких документов подписывать не стал, но попрощался со всеми за руку. Вот, пойди пойми, что у него в голове. Я всегда говорил, что у Горбачева с головой непорядок. Короче, засветились мы. А обратной дороги нет. Это уж точно. А обратно поворачивать никто и не собирается. Теперь так. Или они нас, или мы их. Геннадий Иванович, вы единственный человек в стране, который по праву может занять место Горбачева. Понимаете, единственный.
Владимир Александрович, на ваше имя поступила срочная шифрограмма. Читайте. Севастопольский полк войск КГБ блокировал дачу Горбачева в Форосе. Двумя тягачами перекрыта взлетная полоса аэропорта Бельбек, где расположен летное средство президента, самолет Ту-134 и вертолет Ми-8. Начальник штаба ПВО страны генерал-полковник Мальцев. Что Ельцин? Вернулся из Казахстана, после чего проследовал на свою дачу в Архангельское. В данный момент отдыхает. Пусть отдыхает. Сегодня у него будет трудный день. Николаевич, куда едем? Понятно, куда. Во Внуково. Оттуда в Карабах. В Карабах, бах-бах и мимо? Да ладно тебе, сплюнь. Пауру до Внуково, проехали. Товарищи, вы прекрасно знаете, что происходит в стране. Ни для кого не секрет, что демократическое руководство страдает непрофессионализмом и в силу этого не может по-настоящему взять власть в свои руки. Мы подошли к самой последней черте и даже переступили ее. Товарищи, сегодня 19 августа. Я вынужден вам сообщить, что перестройка, как она задумывалась, кончилась. Горбачев болен. И прилететь в Москву не в состоянии. В такой ситуации подписывать союзный договор нельзя. Чтобы успокоить людей, в стране вводится чрезвычайное положение. Приказываю немедленно привести войска в повышенную боевую готовность. Приказ ясен? Разрешите вопрос, товарищ маршал. Не разрешаю. Выполняйте. Отъезжай. О, так держи. Ельцин, Яковлев, Шварнадзе. Всего 70 человек. Так, с местом определились? Да. После задержания арестованных отправят в войсковую часть 64-154. Место дислокации части – Медвежья гора. Хорошо. Мы только начнем не с начала этого списка, а с конца. Вот арестуйте, скажем, Гдляна и кого-нибудь из правозащитников. Вот, например, Проселкова. Ясно. И сделайте так, чтобы об этих арестах узнали все и как можно быстрее. Кажется, у охотников это называется гон. Не знаю, я не охотник. Соедините меня с Карпухиным. Генерал-майор Карпухин на связи. Так точно. Отряд на место назначения прибыл. Приказ понял, товарищ генерал армии. Строимся. Есть. Thank you.
Только что я получил приказ провести рекогносцировку местности и взять под наблюдение дачу президента Российской Федерации Ельцина. По особому приказу мы должны доставить Ельцина в условленное место с целью обеспечения безопасности переговоров с советским руководством. Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127 пункт 7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года вице-президент СССР Янаев. Пап, проснись. Что? Что случилось? Там по телевизору показывают что-то непонятное. СССР, Стародубцев, председатель Крестьянского союза СССР, Кизяков, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, Язов, министр обороны СССР, Янаев, исполняющий обязанности президента СССР. Четвертое. Установить, что решение ГКЧП СССР обязательно для неукоснительного исполнения всеми органами власти и управления, должностными лицами и гражданами на всей территории Союза СССР. Янаев, Павлов, Бакланов. Это переворот. Борь, кому позвонить? Всем. Обращение к советскому народу. Соотечественники, граждане Советского Союза. В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам. Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность. Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева политика реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Вы слышите меня? Это президент Российской Федерации Ельцин. Я требую, чтобы меня соединили с Горбачевым. Алло. Алло. Ну что? Не соединяй. Борис Николаевич, извините. Решите людей наверх поставить? Валяйте. Я провожу. Хорошо, спасибо. Знаете, что делать? Пойдемте со мной. Пап! Пап, я машинку нашла. Угу. Поляна, поляна, я Дрозд. Периметр укрепляется дополнительной охраной. Понял тебя, Дрозд. Продолжать наблюдение. Машина начальника группы Альфа. Вас, товарищ генерал. Карпухин, докладываю. Архангельская забита отдыхающими. На шоссе наблюдается напряженное движение автотранспорта. Охрана дачи усилена. Есть. Ну что? Ждем. Но по сути, это же воззвание. Нет, ну лучше заявление. У них заявление, и у нас заявление. А если так просто?
гражданам России. Мне нравится. Чем проще, тем лучше. Так, с названием определились. Угу. Давайте вернемся к тексту. Надо вставить что-то про Горбачева. Про Горбачева. Пиши. Обеспечить возможность президенту страны Михаилу Горбачеву выступить перед народом. Именно. Пусть выступит. Угу. Записал? Пишу. Перед народом. Послушайте, а что мы ничего не требуем? Как-то не солидно получается. Действительно, а чего мы ничего не требуем? Давайте что-нибудь потребуем. А чего мы требуем? Надо требовать съезд народных депутатов. Логично. У-у-у. Чрезвычайно, я так думаю. Так, съезд. Нормально. Записал. Теперь надо закругляться, а то слишком длинно будет. И под конец что-нибудь эмоциональное, чтобы запомнилось. Прямо врезалось. Правильно, что-нибудь... Мы абсолютно убеждены в том, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию пучистов. Ну или что-нибудь в таком очень духе. Хорошо. Только я предлагаю расширить. Произволу и беззаконию, потерявший всякий стыд и совесть пучистов. Вот так вот. Красиво? Не слишком театрально. Нормально. Стыд и совесть. По крайней мере, это запомнится. Товарищ генерал, вас. Кто? Ельцин. Прижмись. Пойдите покурите. Слушаю, Борис Николаевич. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Я сразу к делу. Вы помните наш разговор в Туле, когда мы обсуждали возможную подобную ситуацию? Алло, алло. Павел Сергеевич, вы меня слышите? Что у вас там за шум? Танки, Борис Николаевич. Я повторю. Вы помните наш разговор в Туле? Борис Николаевич, я офицер. У меня есть приказ. Понимаю. Я не хочу подставлять вас под удар. До свидания, Павел Сергеевич. Подождите, Борис Николаевич. Борис Николаевич, давайте я пришлю к вам свою роту охраны. Знаете, так будет спокойнее. И для вас, и для меня. Спасибо, Павел Сергеевич. До свидания. Грачев наш. Борис Николаевич. Да. Мне только что позвонили. В Москве начались аресты. Арестован Глян и правозащитник Проселков. Похоже, они скоро доберутся до нас. Борис Николаевич, извините, у меня плохие новости. Сторож с соседней дачи наткнулся в лесу на два замаскированных автобуса. В километре отсюда. Говорит, видел людей в камуфляже и с автоматами. Я думаю, это Альфа. Александр Васильевич. Готовьте машину. Мы едем в Белый дом. Это невозможно. Нет, мы не можем просто так взять и поехать. А вдруг за воротами засада? Нас могут расстрелять или просто забросать гранатами. Расстрелять? А здесь не могут? Конечно, могут. Но у меня есть план. Мы возьмем лодку, спустимся вниз по реке до шоссе, а вот уже там пересядем в машину. Поедем как обычно. На моей машине с российским флагом. Ну, и что вы защитите этим бронежилетом? Голова-то открыта.
до стрельбы не дойдет. А если дойдет? Там же танки кругом. Они вас не пропустят. Ну что ты будешь делать? Ну скажи ты мне. Отстреливаться, что ли, от них? Если увижу танки, остановлюсь. Выйду из машины, возьму в руку флажок с нашей машины. Ну и пойду к ним навстречу. Ну, Сим-Сим, откройся. Ого, ничего себе арсенальчик. Неплохо. Да, серьезно. Вот этот красавчик мой. Глаза боятся руки делают. Уж и забыл, как руками. Черт, заело. Предохранитель сними. Поляна, поляна, я Дрозд. Машина объекта номер один покидает периметр. Повторяю, машина объекта номер один покидает периметр. Понял тебя, Дрозд. Машина Ельцина покидает дачный поселок. Повторяю, машина Ельцина покидает дачный поселок. Движение в сторону Калужского шоссе. Жду дальнейших указаний. Повторяю, жду дальнейших указаний. Отбой. Возвращаемся в Москву. Понял. Юрий Иванович, Боря, подойдет? То, что надо. Девочки, Боря, ну шустрее, шустрее. Садись. Прошу. Держи сумку. Ага. Ой, тихо. Мам, куда? Я в парник, огурцы, помидоры. Ну, какие огурцы? Какие помидоры? Я не могу их бросить, но все лето их выращивали. Так, садись в машину, я принесу. Хорошо. Садись. Юрий Иванович, я быстро. Так, хорошо. Послушайте меня внимательно. Что Юрий Иванович скажет, то мы и делаем. Угу. Поняли? Хорошо. Да, да. Молодцы. Чего? Смотри, едут. Пошли. Притормози, но не останавливай. И номер крупно сними. Ага. Осторожно. Давай, слушай. Ну что, было? У кого-нибудь есть очки? Любые, быстро. Вот, Юрий Иванович, пожалуйста. Тихо, идите спокойно. Здрасте. Здрасте. Огурчики, помидорчики. Вам не самые. Давай, пропускай. Давай, давай, проезжай. Борис Николаевич. Правительственная связь отключена, но городские работают. Позвоните моим, чтобы не волновались. Хорошо. Пойдите. Борис Николаевич, есть. С моего аппарата есть связь с Кремлем. Хорошо. Александр Васильевич, да? Перебросьте линию ко мне в кабинет. Есть. Слушаю. Владимир Александрович. Говорите, я слушаю. Владимир Александрович, Ельцин уже в Белом доме.
Хорошо. Телефон из кабинета Илюшина перенесем к Ельцину. Ельцин уже делает первые звонки. Прослушка работает. Распечатки разговоров Ельцина приносите мне каждые полчаса. Понял вас. Я прошу внимания. Внимание. Вот так представляешь. Товарищи, в стране введено чрезвычайное положение. Но наша задача не поддаваться на провокации и работать. Работать в обычном режиме. А кому теперь нужна наша информация? Все нормальные газеты позакрывали. Надо на Манежку идти. Или к Белому дому. Отлично. К Белому дому. Отлично, идите. Только сначала мне на стол заявление по собственному желанию. Так, кто готов написать такое заявление? Я готов. Кто еще? Я. Ого, ничего себе. Ну и... Так. Кто еще хочет к Белому дому? Ничего себе. Ну, смелее, герои. Стой, дура, на месте. Работаем, товарищи. Работаем. Ладно, пойдем. Прошу всех занять свои места. Идем работать. Тамар, так нельзя. Куда смотри, что в стране творится. Нельзя же здесь отсиживаться. Да. Прикажут, будете? А это не мы решаем. Ну да. Вы знаете, есть картина. Это Сенека среди бела дня ищет человека с фонарем. Это тоже правильно. Человек – абстракция. Но есть какая-то определенная мораль и совесть. Я еще раз говорю, никто стрелять не будет. Мне нужна полная картина. Сколько войск введено в Москву? Где они, понимаешь, расположены? Как настроены? Фамилии командиров и то, как можно с ними связаться. По приказу Язова в Москву введены Таманская мотострелковая дивизия в составе 3 мотострелковых полков, 1 танкового полка, 1 разведбатальона, а также 3 танковых полка Кантемировской. Александр Владимирович, говорите проще. Сколько танков и сколько солдат? Хорошо. Примерно 362 танка, 140 БМП, 148 бронетранспортеров, примерно 4000 человек личного состава. И это все? Нет. Еще Тульская воздушно-десантная дивизия, лицейский ОМОН, а также отдельная мотострелковая дивизия особого назначения имени Дзержинского. Остальные данные пока уточняются. Да это же настоящая война. И с кем? С собственным народом. Значит, именно Язову надо будет выполнить всю черную работу. Белый дом у них как бельмо в глазу. Странно, почему они до сих пор не отключили свет и воду? Не волнуйся, еще отключат. Здесь мы у них как на ладони. Пару выстрелов из танков и все. Какие у нас шансы? Откровенно говоря, никаких. В их распоряжении Альфа. Эти парни одним взводом взяли дворец Амина в Кабуле. А там охрана была ООО. А у нас что? Давайте посмотрим на вещи реально. Нам нужно уходить из Белого дома. Как можно скорее, и пока это возможно. Куда уходить? В подполье? Как большевики? Главное, подальше от Москвы. А еще лучше за границу.
можно создать правительство в изгнании. Не мы первые, в конце концов. Деголь, например, или чехи с поляками во время Второй мировой. Сейчас не Вторая мировая. Борис Николаевич, как же вы не понимаете? Вы единственный человек, который может противостоять им. Значит, они сделают все, чтобы вас уничтожить, если это, не дай бог, повторяю, не дай бог, получится у них. На будущем России можно поставить крест. Мальчик, мальчик, отойди, видишь, снимают. Ну, отойди, пожалуйста. Я исполнитель. Дана команда Государственным комитетом по чрезвычайному положению не допустить беспорядка в Москве. Такой порядок поддерживаем. Но ведь это же давление просто на реально существующую, избранную народом власть. Я не считаю так, потому что пока не будет выступления товарища Янаева по телевидению, а оно сегодня такое выступление будет с разъяснением, я думаю, тогда можно будет конкретно ответить, что и что. Скажите, а зачем закрыли радио, телевидение? Да, ответьте. Да, когда начнется вещание? Это я вам сказать не могу. Трудящиеся Приморского края горячо одобряют постановление Государственного комитета. Ну ты что, совсем дура, что ли? Ты не сказала ему, что у тебя будет ребенок? Я просто не хочу навязываться, он исчез, даже ни разу не позвонил. Слушай, в Ленинграде запрещены увольнения рабочих по собственному желанию, забастовки, митинги, торговля спиртными напитками. Вводятся ограничения на использование видео и аудиоаппаратуры и различной множительной техники. А ты, значит, у нас такая гордая, да? Привет. Том, да при чем тут гордость? Привет. Мне просто стыдно навязываться. Стыдно навязываться? А тебе с пузом не стыдно ходить? На шестом месяце без мужика, между прочим. Да при чем сейчас мое пузо? Ты вообще посмотри, что в стране такое происходит. Слушай, Краснодарский обком КПСС полностью поддерживает ГКЧП. Ну что, народ безмолвствует. Да что вы, Геннадий Иванович, вот, смотрите, сводка. В Ленинграде генерал-полковник Самсонов объявил, что создан комитет по чрезвычайному положению. Это в Ленинграде. В Рязани введено чрезвычайное положение. В Ростове. А вот что заявил первый секретарь Хабаровского крайкома Сергей Макаров. В чрезвычайном комитете крепкие мужики, которым не безразлична судьба России. Им вполне можно доверять. Они наведут порядок в стране. А что у вас там с военными? Десантники уже переброшены в Таллин и Ригу. Закавказский округ усилен 21-й бригадой ВДВ. Хорошо. А Москва? Пока все идет по плану. Войска введены. Так. А что обещают врачи? Заключение о состоянии здоровья Горбачева будет готово сегодня. В простой, но обтекаемой форме. Только не делайте из него идиота. Да этого не требуется. Что там с Ельциным? Зачем вы пропустили его в Белый дом? Почему он до сих пор не арестован? За что? Шутите, что ли? Нет, я нисколько не шучу, за что мы должны его арестовывать. Вот скажите, за что? Вот за это беззубое воззвание к гражданам России? Здесь вот кроме призыва к всеобщей бессрочной забастовке, все остальное, извините меня, это детский сад на лужайке. Борис Николаевич Ельцин, на минуточку, президент Российской Федерации, причем законно избранный. Популист. Дешевый. Неважно. Главное, толпа его обожает. Да бросьте вы, обожает. Толпа его любит только за то, что он борется с Горбачевым, и все. Вот именно. А если не будет Горбачева, с кем будет бороться Ельцин? С нами. Больше не с кем. С нами. С теми, кто, наконец, решил навести порядок в стране. Так, 26-го Верховный Совет подтвердит легитимность ГКЧП, и все, игра сделана. Так что после 26 августа любое противодействие Ельцина и его команды делает их преступниками. Ну, а с преступниками у нас разговор короткий. Да я уверен, к этому времени Борис Николаевич таких дров наломает, что люди сами попросят. Нет, люди потребуют ареста Ельцина. А если не наломает, тогда что?
А мы ему поможем. Главное, что он у нас сейчас на виду. Как говорится, держи друзей близко. Это... А если он возьмет да сбежит? Куда? Да куда угодно, на все четыре стороны. Вот это было бы для нас лучшим вариантом, только он не сбежит. Поздно. Вот это из Архангельского можно было сбежать, и никто бы не осудил его. А сбежать из Белого дома на глазах у всей страны — это равносильно политическому самоубийству. Ну и, собственно, гордость ему не позволит. Я уж Ельцина, слава богу, хорошо знаю. Так что, как говорится, мышеловка захлопнулась. Слушаю. Борис Николаевич, вас Крючков. Соедините. Здравствуйте, Борис Николаевич. Мне передали, что вы хотите со мной поговорить. Я хочу знать, что происходит в стране. Где Горбачев? Чем он болен? Зачем в Москву вводятся войска? Борис Николаевич, я думаю, вы лучше меня знаете ответы на эти вопросы. Нет, не знаю. Горбачев в Крыму. У него психическое расстройство. Ну, видимо, надорвался от своих праведных трудов. Теперь наш президент Янаев. А войска вводятся для поддержания порядка. Неужели вы не понимаете, что вы делаете? Это ж переворот. Люди бросаются под танки. Могут быть жертвы, неисчислимые. Нет, никаких жертв не будет. Это чисто мирная операция. Техника идет без боеприпасов для поддержания порядка. Никаких военных задач не поставлено. И потом, по нашим данным... Люди спокойны, идет нормальная жизнь. А все беспокойство исходит только от вас, российского руководства. А вы хотите, чтобы мы сидели сложа руки? Борис Николаевич, при всем уважении, я не думаю, что как политик вы способны... серьезно повлиять на ход событий. Вот как? И потом, зачем раскачивать лодку, в которой кроме вас еще сидят другие люди? Жена, дети, внуки. Вдруг лодочка-то перевернется? Вы мне угрожаете? Ой, да что, да боже упаси. Борис Николаевич... Ну давайте будем смотреть на вещи трезво. Никакого союзного договора сейчас не будет. Ну что, ну страна побурлит, побурлит, а потом все вернется к нормальной жизни. Так что, Борис Николаевич, мой вам совет. Вы подумайте о себе и о своих близких. Войдите. Борис Николаевич, у нас все готово. Давайте. Вот. Указ президента Российской Федерации номер 59. Борис Николаевич, куда вы? На улицу. Зачем? К людям. Подождите, Борис Николаевич. Дайте хотя бы оглядеться. Некогда. Здорово. А как настроение? Нормально. Молодец. Я зачитываю обращение, поскольку телевидение не дают, радио не дают. Я зачитываю. Указ президента Российской Федеративной Социалистической Республики. В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению, постановляю считать объявление комитета антиконституционным и квалифицировать действия его организаторов как государственный переворот, являющийся ничем иным, как государственным преступлением.
на территории Российской Федерации действует законно избранная власть в лице президента, Верховного Совета, председателя Совета Министров. Те лица, которые исполнят решение указанного комитета, подпадают под действие Уголовного кодекса и подлежат преследованию по закону. Настоящий указ приводится в действие с момента его подписания. Возьмите, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста. Вы тоже возьмите. Возьмите. Не надо. Возьмите, пожалуйста. Возьмите. Возьмите, пожалуйста. Возьмите. Владимир Александрович, через 40 минут Козырь вылетает в Париж. Будут особые указания? В Париж? Зачем? По распоряжению Ельцина. Создавать правительство в изгнании. О, значит, зашевелились. Это хорошо. О, в Париж. Ну, правильно. Не в Гватемалу же. Губа не дура. Пусть летит. Что еще? Между Скоковым и Грачевым ведутся активные телефонные разговоры. По распоряжению Грачева к Белому дому направлен генерал-майор Лебедь и 2-й батальон Рязанского полка ВДВ. Формулировка приказа для охраны. А вот это уже любопытно. Для охраны. А это Грачев, а? Ловко придумал. Комар нос не подточит для охраны. Язов в курсе вот этих его маневров? Не могу знать, Владимир Александрович. Связаться с Язовым? Нет, не сейчас. Держите меня в курсе. Это все? Последнее. Насчет семьи Ельцина. Мы их нашли. В данный момент они находятся в Кунцево. На квартире сотрудника охраны Ельцина Кузнецова. Ведется прослушка и наблюдение. Продолжайте. Опасное это чувство. Простите, какое чувство? Эйфория. Эй, ты что делаешь? Ты зачем бензин воруешь? А если б не в то горло? Этот бензин на баррикадах нужен для дела, понимаешь? Для какого дела? Ты про коктейль Молотова слыхала? Ну? Берешь пустую пол-литра, туда 2 ложки желатина, заливаешь бензин и суешь фитиль. Потом поджигаешь иоптан. Хрязь? Теперь понятно. На баррикады хочешь? А можно? Пошли. Ага. Только аккуратно, под ноги смотри. Руку давай. А? Руку давай. А ты что, беременная? А что, запрещается, что ли? Как твой мужик отпустил тебя сюда? Да я не спрашивала его. Аккуратней. Во, я тут зерны напекла. Здорово. Держи. Ребят, нам тут поесть принесли. О, нормально. Кстати, меня Николаем зовут. Оля, очень приятно. Ну, пойдем, Оля. А за деруны? Спасибо. С влагой весь дом покажу. Свободу почувствовать, чем под этой мордой вот сидеть павловской. Дамы и господа, друзья, товарищи, как вы уже знаете из сообщений средств массовой информации, в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР,
На основании статьи 127. И этими дрожащими руками он хочет удержать от развала страну. Президент СССР. Да, видимо, мужичок крепко накануне принял. Угу. Оно и понятно. Переворот – дело нервное. Странно. Почему нет Крючкова и Язова? И главное – прямой эфир. Нет, бы спокойно записали и уж тогда показывали. А так? Позор на всю страну. Вступив на путь глубоких реформ и пройдя в этом направлении значительный отрезок, Советский Союз сейчас оказался перед глубоким кризисом, дальнейшее развитие которого может... А ведь теперь самое время их дожать. Дожать? Их? Как? Мы должны ответить на эту пресс-конференцию. Ответить коротко и ясно. Хук справа? Именно. Предыдущим нашим указом мы призывали к неповиновению, теперь этого мало. Будем действовать жестче. Михаил Сергеевич Горбачев находится в полной безопасности, ему ничего не угрожает. На что скажете? Владимир Александрович, да они же все погубят своей болтовней. А по-моему, все идет совсем неплохо. Естественно, и организм изнашивается немножко. Господин Янаев, Эмма Евгеньевна, ваша жена, товарищ маршал. Эмма, ну зачем ты? Я же просил тебя оставаться на даче. В твоем состоянии тебе вредно. Кто? Кто это затеял? Ты? Борис Карлович Пуга и Крючков. Вы понимаете, что вы творите? Это же гражданская война. Эмма, я член комитета, который... Тогда почему ты не с ними? Молчишь? А я знаю почему. Тебе стыдно. Немедленно звони Горбачеву. Эмма, нет связи. У министра обороны нет связи с президентом? Эмма, я повторяю, с Горбачевым нету связи. Боже мой, Дима, с кем ты связался? Ты же всегда смеялся над ним. Хорошо, так. Совершили тягчайшие государственные преступления, нарушив статью 62 Конституции СССР, статьи 64 и 69. Борис Николаевич, сюда добавляем еще три статьи. Давайте. Чем больше, тем лучше. Статья 70, 70 часть 1 и статья 72 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующие статьи основ уголовного законодательства Союза СССР и Союзных республик. Вот про республики это очень важно. Очень. Что еще? Борис Николаевич, я бы еще кое-что добавил. Говорите. Ну, смотрите, изменив народу отчизне Конституции, они поставили себя вне закона. Мне нравится. Надо поскорее его обнародовать. Мне же охота. Батальона майор Трофимов. Коля, майор, доложите обстановку. Обстановка неясная. Люди волнуются. И мои бойцы тоже. Смотрите, он же генерал! Сейчас станет быстрее, товарищ генерал! Батальон прибыл для охраны здания Верховного Совета РСФСР. Это его основная задача. Стрелять будем! Армия есть детище народа.
И стрелять в свой народ она не собирается. Попрошу всех успокоиться и не накалять обстановку без нужды. Позвольте. Разрешите народ. Коржаков, начальник охраны президента России. Заместитель командующего воздушно-десантными войсками генерал-майор Лебедь. Борис Николаевич хотел бы поговорить с вами. Борис Николаевич, генерал Лебедь. Пригласить. Пусть войдет. Проходите, товарищ генерал. Генерал-майор Лебедь прибыл для обеспечения охраны и обороны здания Верховного Совета. С какой именно целью вы прибыли? Силами парашютно-десантного батальона организовать охрану и оборону здания Верховного Совета. Здание? Так точно. А также не допустить разграбления материальных ценностей. Кто конкретно вас прислал? Конкретно командующий ВДВ генерал-лейтенант Грачев. Грачев. Присаживайтесь, товарищ генерал. Ну и от кого вы собираетесь нас оборонять и охранять? По уставу, часовой охраняет пост от любого лица, посягнувшего на целостность поста и на личность часового. Вы отвечаете, как хитрый солдат из русской сказки. Так и задание у меня сказочное. Пойди туда, не зная куда. Как относятся в армии к перевороту? Никак. В войсках нет никакой информации. Я сам узнал об этом полчаса назад. Ну что ж, располагайте свой батальон. Александр Васильевич. Да? Распорядитесь, чтобы солдат накормили. И пусть объявят на баррикадах, что на сторону народа переходит воздушно-десантный батальон генерала Лебедя. Понял, Борис Николаевич. Я не перехожу ни на какую сторону. Я просто выполняю приказ. Выполняйте. Несколько минут назад начальник охраны Ельцина Коржаков вышел на связь с дежурным офицером американского посольства. Так как Белый дом находится рядом с посольством, в случае опасности оно может стать для Ельцина самым безопасным укрытием. Это же в корне все меняет. А что американцы? Связались с Мэтлоком, он сейчас в Вашингтоне. Ответ положительный. Владимир Александрович, мы блокируем все подступы к американскому посольству, сделаем так, что даже мышь не прошмыгнет. Ни в коем случае. Запомните, если машина Ельцина вырвется из бункера, нужно сделать так, чтобы она благополучно добралась до американского посольства. Проследите за этим лично. Лично. Да, но тогда же он уйдет. Пусть уходит. Как только Ельцин переступит порог американского посольства, он моментально превратится в политический труп. Понятно. Борис Николаевич, можно? Иван Степанович, что-то срочное? Борис Николаевич, простите, но я уйду домой. То есть? Хочу побыть с семьей в последнюю ночь. Последнюю ночь? О чем вы? Ну, вы же сами все прекрасно понимаете. Поражение неизбежно, и все это понимают, но боятся вам сказать.
А я старый человек, я свое отбоялся. Просто хочу в последний раз увидеть жену и детей. Присядьте, Иван Степанович. Откуда такое настроение? Борис Николаевич, дорогой, неужели вы вправду не понимаете? Они же заманили вас в ловушку. Эти Крючковы, Язовы и же с ними. Я нисколько не удивлюсь, если все это делается с ведома Горбачева. Я так не думаю. А я думаю. Лучшего способа расправиться с вами и не придумаешь. Махом разделаться и с демократами, и с российским руководством, и с обнаглевшими прибалтами, чтобы другим неповадно было. Не все так просто. Конечно, не просто. Куда было бы проще вас арестовать в Архангельском? Но они этого не сделали. Могли устроить автокатастрофу по дороге? Конечно. Но могли. Не устроили. Могли бы не пропустить Белый дом, но пропустили. Знаете, даже могли, извините, застрелить там, на танке. Вы знаете, что наши ребята засекли 3 снайперов на крыше гостиницы «Мир»? Так почему же до сих пор они этого не сделали? А я скажу вам. Чтобы оправдаться в глазах людей, им нужен враг. Настоящий, живой, из крови и плоти, который не позволяет установить в этой стороне долгожданный порядок. Враг, который творит смуту. Я. Я читал ваш последний указ. Вы же им развязали руки. Вы объявляете вне закона все руководство страны. КГБ, МВД, армию, всех. И угрожаете им уголовным преследованием. Думаете, после этого они будут сидеть, сложа руки? Огорошили вы меня, Иван Степанович, как ушат холодной воды. По-вашему, я должен был бы забиться в щель и ждать, когда меня прихлопнут, так что ли? Почему забиться? Нет, не забиться, переждать. Сохранить то, что можно сохранить, свести потери к минимуму. В России только-только появилось президентство. Первые ростки демократии. И все это будет разом разрушено и уничтожено только потому, что вы не желаете сделать маленький шаг назад. Один шаг. Ведь если в Белом доме прольется кровь, то ответственность ляжет и на вас тоже. Думаете, генерал Лебедь оказался здесь случайно? Лебедя прислал Грачев. А Грачеву я верю. Верите? Почему? Где гарантии, что Грачев не играет на два фронта? Ведь если этот батальон окажется самым настоящим троянским конем, что тогда? Грачеву я верю! И точка! Грачеву верите? А мне, выходит, нет. Сделайте шаг назад, Борис Николаевич. Пока не поздно. Передайте привет жене и детям. Скажите, что это его жена спрашивает. Слушаю. Борис Николаевич, ваша жена. Соединить? Соедините. Ная. Да, Боря. Это я. Как вы там? Я волновался. У нас все хорошо. До тебя очень трудно дозвониться. Я в сотый раз пытаюсь. Откуда ты звонишь? Из автомата. А. Рядом с домом. Понятно. Боря. А. Ты как? Нормально. У тебя всегда все нормально. Правда нормально? Ой, слушай, тут Боря маленький просил тебе передать что-то про драку. Он сказал, что это очень важно. Драку? Ну да. А он сказал, что ты поймешь. Ну, чего ты улыбаешься? Откуда ты знаешь, что я улыбаюсь? Знаю. Когда-то я ему сказал, что если драки не избежать, бей первым. Теперь он мне советует делать то же самое. Вот так. Нашел.
чему внука учить. Да? Да, Боря. Я тебе этого никогда не говорил. Знаешь, я... Ну, ты не говори. Спасибо тебе за все. Извините, я... Женщина, у вас совесть гражданин, есть? Гражданин, в чем дело? Да ни в чем дело. По закону 2 минуты, а она болтает. Алло, Ная, ты меня слышишь? Слышу, Боря. Да, слышу. Мне надо работать. Хорошо, я понимаю. Я еще позвоню, ладно? Угу. Боря! Боря, ты меня слышишь? Боря! А здесь-то баррикады зачем? А это у нас, Борис Николаевич, полоса препятствий. Если будет шторм, они тут себе все ноги попереломают. Да и нам легче будет отстреливаться. Yes. Нам сюда. Это кабинет врача, Борис Николаевич. Окна выходят во двор, так что здесь вас никто не потревожит. Поспите. Я все равно не усну. Вы хотя бы просто полежите. Вот одеяло, отдыхайте. Если что, мы рядом. Спасибо. Угу. Товарищ, послушайте, от Вареникова из Киева. Реально государство может быть ввергнуто в катастрофу. Мы не можем этого допустить. Взгляды всего народа, всех воинов обращены сейчас к Москве. Мы все убедительно просим принять меры по ликвидации группы авантюриста Ельцина. Ну? Меры по ликвидации? Да вы хоть знаете, сколько там сегодня людей? Это даже не тысяч, это десятки тысяч. Это вчера надо было делать. Геннадий Иванович, в связи с неспособностью ГКЧП стабилизировать обстановку в стране, считаю свое участие в нем невозможным. Да ты что же это? Как крыса с корабля, да? В кусты! Я могу пояснить. Я просто хотел сказать... Я знаю, что ты хотел! Товарищи, немедленно возьмите себя в руки! Дмитрий Тимофеевич, ну, Владимир Александрович, вот что вы молчите, а? Ну, почему вы ничего не скажете? Я полагаю, повода для беспокойства пока нет. Ельцин надежно заблокирован в Белом доме. Страсти там накалены до предела. Одна маленькая искра, и как полыхнет такое пламя... что, я думаю, там никто и не уцелеет. Ну так чего же мы ждем? Где эта ваша искра? Где она? Будет искра. Всему свое время. Дмитрий Тимофеевич, а кто такой генерал Лебедь? Ну, есть такой. Я вот слышал, якобы этот... Лебедь перешел на сторону народа. Да не один, а с батальоном десантников.
Что за ерунда? Вот я тоже думаю, что за ерунда? Алло. Грачева мне, срочно. Слушаю, товарищ маршал. Павел Сергеевич, где сейчас генерал Лебедь? Лебедь должен быть со своим батальоном у Белого дома. Немедленно убрать его оттуда! Срочно, ясно? Есть, товарищ маршал. Выполнять! Мать вашу. Что, правда? А почему нет? Серьезно? Я не знаю. Ну, да, товарищ генерал. Серьезно? Вас. Кто? Да, Грачев. Да, Антон. Лебедь на связи. Ты что же это такое натворил? Ты куда привел батальон? Как куда? В здание Верховного Совета по вашему приказу. По приказу? Ты неправильно меня понял. Я вас правильно понял, товарищ командующий. У меня контора пишет. Все распоряжения фиксируются тремя операторами в журнале учета боевых действий. Ну ладно, не горячись. В общем, ты сморозил глупость. Шеф недоволен. Какой шеф? Какой шеф? У нас с тобой один шеф. Министр обороны. В общем, ты сморозил глупость. Именно ты. Как привел туда батальон, так оттуда и выводи. Ты меня понял? Действуй. Есть, товарищ генерал-лейтенант. Я получил приказ снять посты охраны. Как это снять? Чей приказ? Грачева. Да что же это такое? А мы? Разрешите идти? Ну что ж, идите. Приказ есть приказ. Сами будем себя защищать. Это вряд ли. То есть? Вы знаете, какие стены в этом здании? А что стены? Красивые стены. Что дальше? Красивые, только полированные. Потолки тоже красивые, пластиковые. Полы паркетные, ковры, мягкая мебель. Говорите по существу. А я по существу и говорю. С двух направлений в здание вгоняется 2-3 десятка ПТУРов без особого ущерба для окружающей толпы. Когда вся эта прелесть начнет гореть, а хуже того, дымить, оттяни автоматчиков и жди, когда защитники здания начнут выпрыгивать из окошек. Кому повезет, будут прыгать со второго. Кому не повезет, с 14-го. А если я прикажу вам остаться? Для того, чтобы ваш приказ имел силу и основание, вы должны принять на себя статус верховного главнокомандующего на территории России. Горбачев сейчас неизвестно где, и вы, как президент РСФСР, имеете полное право возглавить вооруженные силы. А как же Язов? Язов только министр обороны. Верховный главнокомандующий у нас Горбачев. Вы понимаете, на что вы меня толкаете? Это же гражданская война. Вы спросили, я ответил. Дальше дело ваше. Борис Николаевич, если они отзывают Лебедя, это означает только одно. Штурм неизбежен. Что будем делать дальше, Борис Николаевич? Неужели они на самом деле пойдут на штурм? Если драки не избежать,
Бей первым. Что, простите? Этого они от нас точно не ждут. Готовьте указ о переподчинении армии. Подождите, Борис Николаевич, а Янаев? Ведь в Конституции прямо прописано, что только вице-президент в отсутствии первого лица государства имеет право брать командование на себя. Мы с вами на территории суверенной России. Армия тоже. Если Горбачева нет, армия должна подчиняться мне, президенту России. Ясно? Только что я подписал указ. Сегодня, 17 часов по московскому времени, командование всеми вооруженными силами Российской Федерации я принимаю на себя. Приказываю всем воинским частям вернуться в места дислокации и оставаться там до особых распоряжений. Можно построить трон из штыков, но долго на нем не просидишь. Убежден, что возврата к прошлому нет и не будет. Дни заговорщиков сочтены. Закон и конституционный порядок восторжествуют. Россия будет свободной! Россия! 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 Десантники «Лебеди» блокируют здание со стороны американского посольства и Краснопресненской набережной. Первым идет ОМОН, двигается клином. За ним группа «Альфа» и подразделение «Б». Альфа выбивает двери гранатометами, пробивается на пятый этаж, к кабинету Ельцина. Тем временем группа «Б» подавляет очаги сопротивления. Спецназ КГБ блокирует все 20 подъездов. Есть вопросы? Товарищ генерал-полковник, разрешите? Слушаю. Только что прибыл генерал Лебедь. Прошлую ночь он провел у здания Верховного Совета. Готов доложить обстановку. Разрешите пригласить? Хорошо. Пригласите генерала Лебедя. Докладывайте, генерал. У здания Верховного Совета большое количество народа. Порядка 100 тысяч. Подступы защищены многочисленными баррикадами. Внутри здания много вооруженных людей. Любые силовые действия приведут к грандиозному кровопролитию. Хватит! Вы, генерал, должны быть оптимистом! Вы свободны, товарищ генерал. Итак, внимание. Начало операции ровно в 3 часа утра, 21 августа. Сигнал – 3 ракеты. 2 красных, 1 зеленая. Кодовое название операции – «Гром». Ну что, как там твой Виктор? Вернулся? Не, третий день уже в казарме. Автоматы из рук не выпускают. Кошмар. Тамар, тебя к телефону. А? Ага, бегу. Что случилось? Витя звонил. Ну? Сказал, сегодня в 3 часа начинают. Тома, Тома, ты что? Тома, ты считаешь, что их всегда в самое пекло посылают? Тихо, тихо, тихо. Ну что ты, Я не представляю, что там будет. Ну, все будет хорошо, Томочка. Тихо. Из бомбоубежища есть вход в подземную штольню, которая ведет прямо в тоннель метро между станциями Краснопресненская и Киевская. Оттуда уже в машину. Загримируем вас так, что никто не узнает.
Я заказал в театре на Таганке накладную бороду и парик. Какая борода? Какой парик? Что, я Петрушка, что ли? Хорошо. Тогда второй вариант. Американское посольство. По договоренности американцы будут держать ворота открытыми. Расстояние между гаражом и воротами примерно 200 метров. Если мы набираем достаточную скорость, то наверняка туда прорвемся. Даже под обстрелом. А что же будет с ними? Борис Николаевич, я бы спросил иначе. Что будет с ними, если вдруг вас убьют? Сейчас гитарой подсними. Оля, мне не боишься? Реально запечатлели. О! Девушка, а? Вы кого-то ищете? Да, я ищу. Мне нужен Николай, он тоже десантник. Я фамилию его не помню. Ну, Николай, он высокий, у него голубые глаза, ну, симпатичный такой. А, Колька Иргений. Сейчас, подождите. Дядя Юр, Коль! А дрова куда ставить? Где пришли? Коль! Дядя Юр, ты где? А, вот, еще лежит. Привет, Оль. Привет. Опять драники принесла? Нет, мне поговорить, серьезно. Давай. В общем, со мной работает девушка, зовут ее Тамара. У нее муж служит в КГБ, в группе Альфа. Я узнала, что сегодня в 3 часа ночи что-то будет. В Альфе, говоришь? Да. А не врешь? Мне-то зачем? Пошли. Милая моя, солнышко весное, вот и вот. Войдите. Борис Николаевич, извините, это срочно. Слушаю. Девушка, проходите. Спасибо. Смелее, смелее. Борис Николаевич, вот эта девушка говорит, муж ее подруги в Альфе служит. Я по своим каналам проверил, все совпадает. Так вот, муж сказал, штурм планируется на 3 утра. Все источники разные, но время одно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Меня? Оля. Не страшно вам здесь? А вам? Спасибо вам, Оля. Спасибо. Ну что вы? Дайте команду, чтобы немедленно все женщины покинули Белый дом. Есть. Ну что, очередное мокренькое дельце? Оно самое. Сперва Баку, потом Вильнюс. А теперь тут против своих. От этой крови мы уже не отмоемся никогда. Что делать будем? Я не знаю. Может, с ребятами поговорить? Пошли. Ну что, задача несложная. С
Здание коридорного типа. Заблудиться в нем будет трудно. Охрана, молодежь и студенты. Молокососы. Этих сосунков мы быстро раскидаем. Товарищ генерал, разрешите вопрос? Что еще? Скажите, а у вас есть на руках письменный приказ на штурм Белого дома? У меня есть личный приказ Крючкова. Ну, это понятно. Покажите письменное подтверждение этого приказа. Слишком много стали задавать вопросов. Товарищ генерал, нас снова замарают в крови, а потом сделают крайними. Я, конечно, чту солдатский закон о том, что приказы выполняются, не обсуждаются. Но совесть еще никто не отменял. Поэтому ни я, ни мои ребята приказ выполнять не будем. Так. Отказываешься выполнять приказ? Так точно. Хорошо. Ты у меня под трибунал пойдешь. Ну что, кто еще такой же смелый? Я, товарищ генерал. Я. 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 Войдите. Разрешите? Да, проходите, присаживайтесь. Группа «Альфа» отказалась выполнять устный приказ. Требует письменного подтверждения за вашей подписью. Группа «Б» тоже. С группой «Волна» не удается выйти на связь. Что, Грачев? Советник Ельцина Скоков был у Грачева. Полчаса назад между ними состоялся вот такой разговор. Скоков, Павел Сергеевич, что передать Борису Николаевичу? Грачев, передайте ему «Я русский», и не позволю, чтобы армия проливала кровь своего народа. Угу. Как сказал один мудрец, предательство – это лишь вопрос времени. Ладно, с предателями мы позже разберемся. Вот, посмотрите. Это баррикада на Смоленской площади. Свяжитесь с Таманской дивизией, чтобы они немедленно направили туда несколько машин. Для патрулирования Садового кольца. Да, но машины упрутся в баррикады. Может пролиться кровь. Может. Машину.
Звоните Лебедеву, пусть готовит самолет. Я лечу в Фарос с Горбачевым. Дмитрий Тимофеевич, только что произошло первое столкновение. Среди гражданских есть убитый, товарищ маршал. Дмитрий Тимофеевич, если не остановиться сейчас... Все! Дать войскам команду. Вернуться в казармы. Есть. Горбачева к советскому народу. Дорогие родители, сограждане. Привет. Привет. Сложившийся. А Борьчев не спит? Да вот Горбачева слушает. С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимая это решение. Сегодня военторги памперсы выбросили. Импортные. Я ты твердо что, купил? Ага, купил. Один памперс, как пол моей зарплаты. Независимость народу. Ну что, Борис Николаевич губы-то надул? За сохранение государства, целостности страны. 21 августа 1991 года все члены ГКЧП были арестованы. Министр внутренних дел СССР Борис Пуга покончил с собой. В феврале 94-го арестованные были амнистированы и выпущены из матросской тишины еще до суда. Генерал армии Валентин Варенников не признал себя виновным и не принял амнистии. Он добровольно остался в следственном изоляторе и дождался суда, на котором и был полностью оправдан. Борис Николаевич Ельцин дважды избирался на пост президента России. Умер 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Николай Иртенев. После 1991 года активно занялся бизнесом. Работал в фонде инвалидов войны в Афганистане. 10 ноября 1996 года погиб при взрыве на Котляковском кладбище. Ольга Логинова. После 1991 года продолжала работать в АПН. В 1996 году после смерти мужа ушла на пенсию по состоянию здоровья. В настоящее время живет в Москве. Борис Иртенев. В 2007 году закончил математическую спецшколу с золотой медалью. В том же году получил международный грант для особо одаренных детей. В настоящий момент живет и учится в Trent University, Онтарио, Канада.